Всего на сегодня в области зарегистрированы 232 случая заражения. По словам главного врача области, тяжелобольных нет, выздоровели 183 человека. Есть элементарные правила профилактики коронавирусной инфекции. Одним из них является пребывание на свежем воздухе. В целом свежий воздух укрепляет иммунитет и повышает резистентность к вирусным инфекциям, в том числе коронавирусной инфекции. Поэтому пребывание на свежем воздухе, а также частое проветривание воздуха в доме, на работе и в общественных местах в целом укрепляет иммунитет.